Нифига себе. Так здесь не одна полоса заграждений, а несколько. Сейчас мы на нейтральной полосе. А здесь еще колючка и сетка. Да, быстро преодолеть точно не удастся. Даже с техникой. Даже с тяжелой техникой. Поэтому будет время для того, чтобы сгруппироваться. Главное, силы бросить в нужном направлении. Больше уже не нападут зненацка. В 4 часа утра, как Гитлер. Это точно. Райфайзен, банка Валь, Киевская мискарада профессийных спилок. И под окнами баррикады. Это сегодняшний Киев, сегодняшняя Украина, сегодняшний Майдан. Еще один банк, отель Крещатик. А там Майдан Незалежності. Вернее, Майдан Європейський. Красивейшая остановочка общественного транспорта. Надолго осталась не удел в виде аквариума. Очутилась в нейтральной зоне между двумя баррикадами.